первом чтении принят законопроект о дистанционном образовании. В связи с пандемией решение актуальное, но также возникает много проблем, которые несет удаленка. Для обсуждения этого непростого вопроса лидер «Справедливой России» Сергей Миронов провел видеоконференцию по дистанционному обучению в школах. Мы категорические противники дистанционного образования. Мы видим, что, к сожалению, используя действительно реальный повод, пандемию, не каким-то катанем хотят нанести очередной удар по нашему образованию и сделать нормой то самое дистанционное образование. Обеспокоены и родители. Законопроект может навсегда изменить образование и ввести постоянную дистанционку без права выбора формы обучения. В сентябре прошло расширенное заседание рабочей группы по вопросам защиты прав детей на образование. Они предлагают приостановить действие правовых актов. Держим руку на пульсе и общаемся с медиками, знаем, что дети не являются распространителями инфекции. Дети болеют, если болеют в легкой или там средней форме, и по оценкам медиков с некоторые осложнения чаще бывают у детей до года. То есть это никак не касается, в принципе, ни дошкольных учреждений, ни школ. Сегодня родителям важно гарантировать сохранение традиционной формы обучения, потому что при проведении уроков через экран ребенок не развивается так, как в живом общении с учителем. В исследованиях по тому, как формируется мозг в электронной среде, показано, что аппарат мышления не формируется в электронной среде. Даже если телефон лежит рядом, ребенок запоминает информацию меньше, чем если бы у него не было телефона совсем. Удаленка сегодня – это необходимая мера в чрезвычайной ситуации, но она не должна стать постоянной. Фракция «Справедливая Россия» не поддерживает рамочный закон о дистанте. Нужен подробный документ, который должен обсуждаться публично, а не приниматься в узком кругу чиновников.